На Марсе 81, 49. Какой? Можно жратуру перекинуть на землю. Это скоростная торговля, да? Как мана не будет. Даже астероид. По 46, если не по 20, 76. Ну, конечно, куда? Питер. Идем. Опять сместил. И вниз он пошел, и вверх. Практически на станции. Потому что на то, что если есть там, куда нам надо. И как раз вернемся вверх. Станция вращается, да. Контурная станция. Фуял. Шо, пушка. Ну-ка. 35 урона, это ваш судно. 40 урона, 40. Там укомплектован. Можно им скинуть, можно не оборыть там. Относительно хорошая пушка, можно обратно пойти. Выясним насчет станции. На Мегрезе, на моей станции. Что-нибудь. Подщелка. Вот он то исследует вас, вот он иногда попадались вот раньше. Вот и сейчас. Сейчас. Все товары забрали.
Венера все выпила. А эти почти не произвели. Ну как вот они могут биосфера. Зачем так биосфера? Шесть, почти семь. И там еще что-то. Фаза 240 и кратковолновый. А есть всякие энерговолновые штучки. Дальнобойщик, дровищик. Ну что, с ракетами надо? 60 миллионов, ну правильно. Ну это формальные маневры. Ну на месте он умеет, типа, крутиться, тактически. Писать астероид. Так, вообще зазря сюда. Так, вообще забить. Фу. Ну 80% по 25 урона, 4 пушки, сотню урона уже. Ну без дроида его. Сколько он пройдет? Кефрон. Кефрон. Ну кефрон еще. Может с ней не полетел. Какая нам разница? Прыгнем. Назовем потом. Да, выскочим. Или... А, с кефроном можно напечатать. Трансфером, за нетрансфером, а так ослабливай. Контакт с представителем каких-либо раз не желательно. Комплексный. Надо медбазу купить. Это же мы просто долго сражались.